произвели анализ крови человека Ромеро. Ей содержатся те же самые соединения, что и в растениях, которые выращиваются в Коста-Рике. Эти соединения запатентованы международной корпорацией Фарком. Я связалась с их представителем во Всемирной организации здравоохранения и выяснила, что Фарком занимается мониторингом тех самых вспышек вируса. Премьер недостаточно искушен для проведения такой операции. Для этого у него должна быть где-то грандиозная база. Кто его финансирует? Я уже исследовал Фарком, однако окончательный отчет не полон. Отчет Бентона, за которым ваш координатор Абах ездил в Коста-Рику, который выдал Дженнингса и нашу команду? Где он сейчас? Я оставил его в живых. Пока. Что вы хотите сделать? Сегодня вечером у Фагана назначена встреча на выставке в Нью-Йорке. Я взломала местный компьютер и достала чертежи здания. Фаган не знает меня. Я отправлюсь туда как гость и поиграю с ним в прятки. Если у них есть связь, я ее найду. Отлично. Свяжитесь со мной через 24 часа. Но это не стандартная ограниченная операция. Если Фаган вовлек Роумера, они оба мне нужны живыми. Но если обнаружите их вместе, уничтожьте. Лиан, что-то происходит. Фаган двигается, я иду за ним. Я знаю, но я хочу быть там, если что-то случится. Хорошо, будь осторожен. Если охрана заметит тебя вне зоны для посетителей, то Фаган сразу об этом узнает. Меня никто не увидит. Фаган на выставке, будь осторожен. Там охрана на каждом углу. Если тебя заметят, миссия будет провалена. Так, немножко стелса, дорогие друзья. Идет один из охранников, надо будет сейчас его снять. Прям в яблочко. Так, один готов. Второго туда же. Отлично. Я помню, что здесь до определенного момента, по-моему, стелс вот идет. До какого? Не помню. Я думаю, нам сообщат об этом. Так, здесь у нас охрана есть, нету? Вот. Маленький слепой охранник. Ай, не успел. Ладно. Тихо, тихо. Отлично. Так. Больше похоже на гробницу фараонов. Это Древний Египет, да? О! Отлично. Пока идет все как по маслу. У Логана костюм такой, вылитый Джеймс Бонд. Так, 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 так. Оп. Прям в глаз.
сбежал. Фаган и Мара отправились за ним. Но Бентон, он еще где-то там. Будь осторожен. Такс. О! Черт. Надо Бентона прикончить. Че-то я как-то. Это он какой-то ролик будет. Так, ну и где-то там у нас. Мистер Бентон, ладно. Отлично. Сейчас я тебе. Отлично. Не посылай отчет Маркинсону. Я хочу выяснить, что здесь происходит. Где Фаган? Мара, наверное, уничтожила подслушивающее устройство. Я потеряла сигнал. Я пойду в комнату безопасников. Поняла. Служба безопасности уже эвакуировала всех посетителей из здания и ищет тебя. Так, отлично. Теперь можно взять автомат. Фарком использует систему магнитных карточек. Для каждой двери существует отдельная карточка. Попробуй найти основной код. Проверь их секретные планы. Я хочу знать, где находятся ключи. Стараюсь. Я помню, чувачок, да, стоит. Прям так брутально выбили дверь. Так. Да чтоб ты. Отлично. Ящики Фарткома. Фарком. Вот так называется компания, которая вроде производит этот вирус. Вот еще один замочек, как и в начале игры, неприметный такой. Так, взяли такую вот пушечку, патронов правда мало, но он отлично пробивает броню. Ух ты, нифига, он меня так нашпиговал мне. Окей. Сами напросились. Ребята.
Так, там один был. Больше похоже на сооружение какого-то племени майя. Я так думаю, это оно и есть. Ух ты, ух ты, ух ты, патроны кончились. Оп. В принципе, можно и так. Так, здесь какой-то, по-моему, подвох какой-то есть. Да. Помню. Надо будет сейчас все быстро делать, чтобы успеть пробежать через те ворота, пока они не закроются. Так, броню-то мне. Да что ты не дохнешь-то? Броню-то мне вообще нормально покрошили, блин. Так, теперь бегом, бегом. Бежим, 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 бежим. Давай, 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 давай. Оп. Отлично. Ящик. Блин. Че, из спецкуртки? Отлично. А, все разнесли. Спецкуртка, отлично. Так, труп. Там наверху чувачок. Точно. Без броника. Так, добрались до контрольной точки. Да что ты? Еще один. Дадут мне спуститься или нет? Здесь нет никаких ящиков.
упор, агент Смит. Кстати, они похожи на агентов Смитов. Так, спецкуртка у нас целая. Трупешник. Так, 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 патроны кончились. Блин. У нас есть крутая пушка. Так, код замка нам нужен. Да, мы изначально не туда пошли, короче. Ну ладно, зато путь очистили немножко. Воу-воу! Откуда ты здесь взялся? Здесь вот такая вот фишечка есть. Карта. Винчестер. Так. Надо пробежать. Отлично. Взяли красный винчестер, он тоже как бы броню нормально пробивает, но не, по-моему, не так эффективно, как... А. Чё за фигня? Не так эффективно, как автоматик тут. А, чёрт. Так. А для второго выбираем. Нифига себе. Отлично.
Нифига себе, они такие тут смышленые малые. Короче, мы высадились на Луну. Чтоб вас, а? Вы чё? Лиан, я внутри. Что у нас есть? Так, они на выставке динозавров. Ты не должен дать ей убить Фагана. Только он знает, где производится вирус. И только Мара знает, где база Раамира. Я что-нибудь узнаю. Вход динозавров находится в главном холле, рядом с регистрацией. Как туда попасть? Точно не знаю. Я проверю, есть ли еще какой-нибудь способ спуститься. Ух ты. Отлично. Что там тебе в голову? Напоминаю, набежали, блин. Что там, еще один? Так, точно. Отлично. И куртки понабирали. Какого быстро кончается этот автомат? Но здесь есть еще вот такой. Он тоже офигенно пробивает броню. Вот. Так, ну что надо? Дверь, которую открыли. Сейчас над холлом, но в чертежах не указано. Как можно спуститься вниз? Симпровизирую. Да, здесь нужно сделать вот так. Отлично. Такс. Кто там? С ружья палит. Снизу, что ли? Засранец попал. Вот. Блин, патрончики тоже кончаются. Быстро. Тираннозавр. Блин, поиграл бы в какую-нибудь игрушку с динозаврами. Прикольно.
Так, нужен ключ замка. И где мне взять? Блин, патроны кончились. Что у нас там есть вообще? Винчестер. Винчестер, блин. Он пробивает броню, но тоже слабовато. Это ключ карты-то я вот не помню. Нифига. А, ну вот и взял. Не помню, говорю. Гигантский кальмар. Ай-яй-яй. Ух ты, нифига их там. Так, откуда стреляют? Там двое. Башка торчит. Сейчас тебе в яблочко. Ручное автоприцеливание у меня хромает. Да что ты? Ой. Скажи, где лаборатория? Я не знаю. Скажи, или я убью тебя. Я делал не вот могу так. Тебе сказать. Не убивай меня. Ты должен сказать мне, считаю до 10. Пожалуйста, не надо. Я заплачу тебе. Пока здесь. Мара еще жива? Да, теперь у нас есть несколько ответов. Торопись, патрули на подходе. Ты только поторопись-ка. Ой. Бегут, бегут, слышно. Ух ты. Я готов. Да что ты такой бронированный-то, блин? Че там, еще один? Нет.
Развелось, блин. Привет. Посылайте вертолет. Мы должны убраться отсюда, прежде чем они добудут из нее информацию.